Детский центр «Клевер» могут посещать ребята с любых районов города, от 7 до 18 лет. Дети, которые хотят весело и увлекательно провести лето, но которые так и не смогли получить путевку в лагеря, занимаются в данном клубе. В летний период здесь проводят в основном развлекательную программу. Но с сентября главной задачей будет являться получение дополнительного образования. Так у ребят появится возможность научиться чему-то полезному не только в школе, но и в свободное время. Самое главное, что педагоги стараются максимально разнообразить образовательную программу, чтобы у детей возникло искреннее желание находиться в центре и обучаться. У нас каждая неделя посвящена чему-то. Та неделя была посвящена мультфильмам. Мы обучали детей создавать мультики, лепить мультики. Также следующая неделя у нас планируется блогерству, то есть мы будем учить их снимать, фотографировать. Также будем с контентом различным их знакомить. Кроме этого, в центре работают не только взрослые, уже получившие профильное образование, но и те, кто только получает его или же вовсе находится в поиске идеальной профессии для себя. Дмитрий Пинчевский в свои 14 лет решил первый раз устроиться грузчиком в «Клевер». Но судьба сложилась так, что в итоге он помогает педагогам проводить различные мероприятия и конкурсы. Сегодня я был судьей, помогал организовывать это все в самом начале. Ну, в общем, рабочий день выдался не особо сложным, но в прошлый раз было чуть посложнее. В прошлый раз у нас возникли кое-какие проблемы с оборудованием, и у нас не получилось провести, поэтому мы какой-то там конкурс перенесли просто. Но мы его провели. Сегодня прошло мероприятие под названием «Battle Pop-It». Pop-It – это новый антистресс, который за короткое время набрал большую популярность среди детей. Перед тем, как начать играть, педагоги провели веселую разминку. Во время всего конкурса ребята усердно старались выиграть. И несмотря на то, что это было состязание, все участники дружно болели друг за друга. После подведения итогов всем детям вручили утешительные призы – сладости, а победителям подарили большие шоколадки. Мне понравилось то, что мы сегодня соревновались, играли. Мне это очень сильно понравилось. И я еще заняла первое место, я так этого ждала.